Всем привет, с вами Шумыга. Мы на канале Шумыга, сегодня поиграем в игру под названием Angel and Demon. Ну, короче, Ангел и Димон. Димон и Ангел, да. Мы с вами попали на новую локацию. Вместе вот с этим рэпчиком. Рэп-чувак. Его зовут Димон. Так. Врата, да? Ты трожь ворота, ублюдок. Ну, типа того. Ну, никакой хулиган. Не хулиган, конечно же, а... Так, дедок, вахтер. Добрый день, извините, Агов, папаша. Может, еще один робот? Ага, понятно. Ничего он не делает. Так, псина. Эй, дружок, ищешь косточку от скелета? Как дела, пес? Я знаю твои чувства. Ты один на один с городом, и одиночество — это искусство. Прошу, хватит. Я понял, понял. Здесь очень много персонажей, персонажей, поэтому у меня, я не, знаете кто, я не Сергей Бурунов, чтобы у меня было актерское образование и указатели, актерское образование, чтобы я мог... Чтобы что? А, чтобы у меня голосов на всех персонажей не хватит. А учитывая игру, тут скорее будет очень много персонажей, и у них разные голоса. И я не справлюсь с озвучкой, поэтому... Адская ветка метро! Поэтому, да, поэтому я постараюсь, конечно. Трогать его все равно, что трогать меня, мальчик. Я постараюсь всех озвучивать, но это будет очень тяжело. Это мне напоминает игру, мы с вами играли... Помните, чувак с книгой? Я уже забыл, как она называлась. Ну ладно, неважно. Так, байкер, погнали. Приветствую, брат. Хочешь покрагодиться? Ты чё, таксист, что ли? Меня зовут Бен, и прежде всего я байкер. Погоди, вот та желтая игрушка, твой байк? Это моя кара за худший из моих грехов. Ты чё, кого-то убил? Своим запахом? Это было предательство моего друга. Дай угадаю, женщина? Все одно и то же. Женщина? Как ты можешь сравнивать женщину с настоящим другом? Моя любовь и верность всегда были отданы двум колесам. Вау, байкерская лавстори. Ты что-то можешь знать о такой любви, пацан, так что слушай. Это была темная дождливая ночь. Мое нутро горело. И мне нужен был огнетушитель из алкогольного магазина. Машина моего кузена была припаркована прямо возле двери. Я чувствовал себя не очень, и... Я взял за руль этой четырехколесной телеги. Все, что я помню, когда вернулся, это мой друг, одиноко смотрящий на меня сквозь запотевшее стекло этой чертовой машины. Когда я добрался до конца своей жизненной дороги, то понял, не видать мне прощения за то, что потрогал машину. А почему у него трехколесный? А, нет, вру, это, да, тупанул. Я думал, это трехколесный байк, а он говорил, я двухколесный, типа, ладно, так. А нельзя устроить же другие экскурсии? Ну, там осмотреться вокруг. Мое дело крутить руль, но я тебе не чертов гид. Ну так дай мне свой транспорт, и GPS не помешает. Байкер никогда не отдаст своего друга, даже если он уродлив, как твой приятель. Забудь, сынок. Эй, полегче. У меня 762 подписчика. А, это 1000, я думал... Я думал через запятую, типа, он ошибся, такой 806... Но, понимаете, я не настолько известен, как он, поэтому я должен не тысячи смотреть, а всего лишь сотни, поэтому... Так, я же спрашивал. Я спрашивал, отстань. Чего нельзя пропустить, что я спрашивал? Это же, ну, как бы... Каким образом сюда угодил тот пес? Это был человек, который обижал животных. Что-то типа урока. Прикольно. Я напишу, у тебя плохой отзыв. Где тут ваша администрация? Есть. Это всего одна личность. Ты доставишь меня к нему? Даже то, что я в аду, не заставит меня сесть за руль.
Это трехколесный стыдобы. Но как же бесконечная полоса асфальта? Ветер в лицо, мухи в носу. Это ведь то, что нужно каждому байкеру для жизни. Я знаю, я видео смотрел. Ну и какова такса? Мне не нужны деньги. Я хочу раздавить эту мертвую тишину. В такт моему сердцу. Потому что сейчас оно почти остановилось. Хочешь, я начитаю тебе несколько убойных строк? Я же сказал музыке. Ритм тяжелых ударов. Вибрация мощного голоса. Так, а есть другие варианты? Может, тебе мотоцикл протереть? Ты не смеешь касаться его. Ну ладно, давай, бывай, братан. Так, я на самом деле его озвучивал, как этот, знаешь, большой глаз. Я не могу, да? Я озвучивал байкера как будто этого... Тут больше ничего нету, подожди, часы. Полагаю, время здесь тоже мертвое. Окей, врата ада. Так, больше тут ничего нету вроде, да? Ну погнали тогда, кресло, ракета. Бесплатная поездка. Я озвучивал байкера как Бэтмена, ну, извините. Так, новая локация. О, ёптель, это же Ельцин, бляха. Ух ты, ничего ни разу не оттягивался на море. Сиси, когда покупаешь путевку, реклама обещает тебе крутые пейзажи. Солнце, яхты, девчонок в бикини. А в реальности это выглядит именно так. Только пес и толстый чувак. Это же реально Ельцин. Ну, серьезно. Не, ну, как бы, ну это же Ельцин. Ну, типа, и он новости какие-то смотрит по первому. Нормально. Так, что здесь у нас есть? Что это? А, на вокзал, не на танк. Что с танком? Что это за штука? Что это штуковина сделал? Может, тот модный чел в курсе? Свитер. Лучше сначала спросить на того мужика. Адский собак. Смотрите, какой милый. Ага, яйца откусит на раз-два, милый. Знаем мы таких милых. Так, грустный мужик, ведро. А, ведро я взял, типа, в себя. Понял. А, лодка. Подожди, не надо никуда лодку. Телек, что с телеком? Может, это современный музыкальный клип? Грустный мужик. Это ваш милый щеночек? Он в моей команде. Он что, лает, когда кто-то с вами не согласен? В таком случае, я и сам могу облаять. Эта псина заводится только если по тому идут новости. Это охранит вас или от вас? Погодите, я понял. Все оружие — человеческое проклятие. И в итоге оно все будет в аду. Справедливость. Неразумное дитя, оружие экспортируется из ада. Крупная сделка. Признаться честно, я завидую тому, кто рулит этим процессом. А пес, он сказал только типа новости, когда... А танки, ну это реально Ельцин, ну с него рисовали. Он, если я не удивлюсь, если он скажет, что я устал, я ухожу и типа уйдет... отсюда. Но посмотрим. Ну, посмотрим, да. Так. Ух ты, новости из ада. Можно посмотреть? Это трансляция из мира живых. Отличный подход для ада. Я принимал сигнал с антенны на вон том острове. Но однажды сигнал пропал. А вы не пытались поговорить с владельцем? Я тот человек, с которым нужно договариваться. Эй, мистер, что случилось? Вы что-то приуныли? Как будто съели кусок гнилого яблока на завтрак. Знаете, ребятки, я был уважаемым гражданином, человеком долга, богатым и влиятельным. Я был личностью. Вы что, биржевой брокер, что ли, а? Отвернулся сюда, что вы угодили прямо сюда? Я вижу биржевых брокеров. Я был должностным лицом, кабинетом трудяг, правительственные контракты, государственные бюджеты, военные заказы. Я же говорю, Ельцин. А, старые славные деньки. Я одновременно мог любить и ненавидеть. Я был политиком. Спокойно, Дим. Я знаю, что ты что, завещанный человек из мира политики. Я буду звать мистер П. Так, милый песик, а все, мы уже спрашивали.
Так, удочка. Эй, это государственная собственность. Не используй без моего разрешения. Какого государства? Я есть закон на этом куске ада. Моя священная обязанность. Не давай тут что-либо за так. А Ельцин-центр, типа, тоже из мира ада нам привезли. Ой, ладно. Правительственные шутки, это плохо. Ну ладно. Так, в этом зеленом вонючем море что-нибудь вообще живет? Некоторые организмы выживают везде. Правда, ведь да, мистер политик? Проблема в том, что не каждая наживка выживает в этой воде. И рыба тут может сажать только подобное адское существо. Да. А можно одолжить вашу удочку, сэр? Возможно, но придется выразить мне признательность. Вы собираетесь использовать ресурсы, которые принадлежат народу ада. И только такой государственный представитель, как я, может их защитить. Подкатитесь ко мне, позаис. Откупите меня. Блин, вот он говорит, как женщина, которую я знал. Я не знаю, как чувака вот этого озвучивать. Я у него был странный, короче, ладно. Его, короче, нужно подкупить, нужны бабки, видимо, не знаю. Удочку он нам не отдаст, погнали, чё с лодкой? Ладно, я залезу в это корыто, а ты полетишь рядом. Ты не шаришь, ты ли, чувак? Смотри и учись. Опять новая локация какая-то. Так, ну я так подозреваю, если лодку мы опять сядем, то уедем обратно. Я могу сюда подойти? Могу, да. Давай посмотрим. Это что, машина из назад в будущего? Ну, типа, очень похоже. Так. Блин, огромная паутина! Я стремаюсь даже подходить близко. Так, туда он не пойдет. Хорошо, что тут еще есть? Флюгер. Что за флюгер? О-о, эту штуку целуют молнии! Я понял. Так, фильтр для насоса, дверь. Давай в дверь зайдем. Тук-тук. И чё? Никто не открывает? Значит, мы можем действовать. Закон не нарушен, мистер Анджело. Стой! Я слышу что-то типа кино. Он смотрит видео для взрослых, говорю What? Тебе. Чего? Никто не смотрит его без наушников. Может, он играет? Давай послушаем. Привет, я Соня. Я заперта в своей комнате. Ну? Что я тебе говорил? Никто не открывает? Значит, мы можем действовать. Ну, я понял, ну все. Да все, 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 я понял. Ну, я же уже, ну... Вот жалко, что нету, короче, этого самого... Короче, нужны деньги, ключи и что-то еще. Фильтр для насоса, О, антенна. А что с антенной? Удивительно. Что листья не проросли на самой антенне? А, антенна. Я думал, вот эта антенна, а она вон какая огромная, прикинь. Фильтр для насоса. Давай отольем море, и эта штука сломается. Хороший план. Но сомневаюсь в наших возможностях. Ничего нельзя заткнуть? Да хорош, не хватит. А, подожди. Ага, я понял. Короче, нам как-то надо остановить лопасти. Я понял. Так, как-то остановить лопасти. Больше ничего нет вроде. Офигеть, не встать, ты только взгляни на эту красотку. Я по-любому должен ее опробовать. Да у меня уже музыка в голове заиграла. Запрыгивай, Димон. Жми, кого ты ждешь? Да, реально, немного не хватает мне голосов, чтобы озвучить как бы всех, но я постараюсь, ребят, опять же. У-ху! Ну это вообще прям один в один, да? Я же говорю, Марти, здорово.
Док. Док и Марти. Псих. Ну давай, здорово, псих, что надо? Здорово. Ты что тут чистишь, а? Я слышу их. Они приближаются. Ожидают. Строят. Осторожно, никогда не стой. Двигайся. Так кто тебя преследует? Мокрые тряпки, которые ты забыл просушить? И что, их не видишь? А ты такой же, как остальные. Вы все слепые. Погибнете. Так, ты, значит, мой спаситель от чего? Или кого? Муравьи. Даже ад не стал убежищем от них. Всю свою жизнь я боролся с ними. Рушил империи. Да, они держат оборону. Они готовят плацдарм для реальных войск. Ты чё, ты о чем вообще? Какие войска? Да, всех их огромная масса. Контролируется центральным мозгом. Но они такие же маленькие. Это строители. Они, которые разворачивают кучу своих баз. Настоящие солдаты уже на пути сюда. Из внешнего космоса. Гигантские муравьи-убийцы. Я последний бастион. И я буду охранять от них вход. Убить их всех! Слушай, мощно у тебя, видимо, очки. Потому что я вообще никого не вижу. Да вот же они, на рельсах. Я же сказал, не стой. Двигайся, двигайся. Ну пока, странный воин. Почему это всегда случается? Именно со спорткарами. Наверное, скорость. А что-то я не вижу, что надо делать. Так, сейчас, секунду, ребят. Да. Я просто проверил, пишется ли звук, поэтому... А то я тут уже на это самое... Так, а что он сказал? На рельсах, короче, есть муравьи, а что-то не вижу никого. Что-то вообще есть-то? Тентакль, ну. Проверь, плиз, вон ту дыру. А может сам? Что если там кровожадный жрущий плоть монстр? Ну так а я о чем? Ты не выглядишь вкусно вообще. А, его можно, короче... Ну, осьминожечка. И чё? Мы его разбудили. Спи спокойно, маленькая милая щупальце. Хватит! Будь мужиком! Ты кому из нас говоришь? Так, и чего? Я ничего не могу сделать? Подожди. Нет. Нет. О! Сфоткал. А зачем? Так, а вот, кстати, на этого чувака что пойдет? Держи, приятель, супероружие. Ага, мы ему дали вид, дёрочка. Спасибо. Убить их всех. А его я тоже сфоткаю, типа, да? Зашибись, адский ритм. Чёткий адский барабан. Ага. Я слышал такое в своем детстве. Помню себя делающим под него трек. Смотри, сохранения пошли. Так, ну хорошо. А подожди, может быть ему стакан нужен? Нет? Понял. Угу. Я же помню, что если на тап нажимаешь, да, то можно... Во, мы можем в лифт зайти. Отлично. Так, на тап нажимаешь, и подсвечивается немного игра. А я не знаю, что дальше тут делать. Опа. А мы обратно пришли, да? Excuse me. Hello? Maybe it's a... Think. This is... Это что-то делает или нет? Или я типа тупо это...
Так, рельсы. Так, давай-ка еще раз, может быть, что-то поменялось у него. Ага, да, мы это читали, все, отстань. Так, подожди, а может быть вот с ним можно, типа, вот так? Ненавижу все, что на шестеренках. Большой глаз какой-то. Большой глаз мы еще в той серии видели. Ты не залезешь туда? Полагаю, здесь... ну да, так, а вот ты не сделаешь? Нет, тогда погнали опять в этот. Что-то пока не понимаю, что надо сделать. Для того чувака, для Ельцина нужны эти... Нужны деньги, да? Или что-то типа того, что-то ценное. Подожди, а может быть... Опа. А, нет. Умри. Эй, мистер П, что вы обучили... Обучили пса азбуки политики? Хочешь что-то получить, подкупи? Так, а что там еще у нас было? О, деньги. Может, знаете, у вас немного денег, мистер П? Конечно, нет. Бюджет в этом году опять урезали. Эй, как всегда. Здесь по нулям, дружище. Он никогда не даст нам эти деньги. Да кому сдалось его разрешение? Держись, чистый кэш. Ты что, спер их? Деньги не были в банке или кармане? У него нет прав распоряжаться бюджетом. Это народные деньги. Так, окей, давай тогда его подкупим. Не, как не вариант, он же политик. Можно одолжить удочку. В смысле, ну, подкупите меня на денег. Алло, пс. Так, ладно. Вообще не вариант. Че он там, он что-то щелкнул там. Так, ну тут удочка, лодка, этот мужик, телек, пес. А, во, это что такое? А, нет, стоп, на вокзал. Да. Так. А свитер он не отдаст, этот псина это. Я не хочу тестировать, съест он это или нет. Контент ли на моего канала. Хотя... Так, а зачем ты тогда подошел? Так, ладно. Непонятно пока, что тут делать надо. Так, погнали на лодку, может быть, там что-нибудь пропустили. Надо через таб, короче, все делать, потому что лодка, дверь, лодка-дверь и флюгель. А, слушай, может быть флюгель или не флюгель, а вот ты не сделаешь вот так? Ну и чё? Что происходит? Может посетить вон ту штуку? Улавливатель молнии может пригодиться. Да, на мое универсальное тело, да? Ненавижу свою работу. Так, вот он сделал. Может он... У меня не хватает силы. Или скорости, чтобы отломить ее. В смысле? А антенну? Можешь побыть садовником? Легче, чувак. Может, я и хреновый работник, но охренительный гангстер. Так, а паутину ты сможешь? Да-да, я полечу прямо в центр паутины. Попробуй сбить эту штуку с крыши. Паутина придаст тебе ускорение. Хватит корчить себя тренера. О, да, значит, он собьет эту хрень все-таки, да?
Так, а зачем нам ведерко тогда получается? А, ведерко-то я уже отдал, да, я забыл. А зачем нам тогда деньги? А кому можно деньги сунуть? И чё? Дверь. Да понятно, ну отстань. А как можно? Можно подожди. Так, фильтр для насоса. Может быть, этой штукой металлической можно сделать? Отольем в море, он говорит. Понятно, деньги. Опа! Ёптель. Деньги, а не... Так, и что поменялось? Подожди. Ты только прикинь. Мы остановили силы природы деньгами. Да, так всегда, чувак. И всегда было. Так, значит, смотри, мы это сделали. Кто молодец? Я молодец. Нет, листьев, нет проблем. А, новости запустились. Правильно я понимаю? Правильно я понимаю. Так. Значит, погнали на лодку. Сейчас будут новости. Собака отвлечется, мы возьмем свитер. Непонятно зачем. Ну, короче, давай попробуем. У меня есть новость, что вещание ТВ возобновлено. Ладно, сам проверяй. Или ты хочешь, чтобы я переключал с тебя канал? Вы всегда делаете, когда приходят выборы. А, вы всегда делаете. Hey, Mr. Pig, wanna get... I don't wanna... Not the butt. Блин. I don't want... Not butt. Так, ладно, подожди. Мы его заставили рычать. Да, непонятно, подожди, милый песик. Is that cute? A member of my... Does it bark? In such a case, I can bat dog barks only when the new... Ага, так, ему это не пода... Так, хорошо. Так, давай на вокзал тогда. Блин, а че мы... Байкер. Может, ты мув? Так, а здесь у нас что? А, может быть, часы можно перевернуть? Подожди, ну-ка дай-ка флюгер на часы. Так, а сюда? Think. Большой глаз. Может быть, большой глаз можно выколоть? Nope. Блин. Так, а рельсы? Что с рельсами? One. Так, ладно. Да ёптель. Так, короче, здесь ничего нету у нас. А, псина, может быть. Так, а давай-ка мы сейчас ему вот так сделаем, не? Фоткать только если, да? Ну, это ничего не дает нам, эти фотки. Это так, чисто по приколу. Пустой стакан? Нет. Ну, короче, ладно, пойдем вниз тогда. Блин, деньги мы остановили, это мы сделали. Пам-пам-пам. Что-то сейчас ступлю вообще жестко. А, может быть, флюгер нужно на щупальцу сделать? Подожди. Типа... Оп, нет. Так, у нас тут только док рассердится. А если вот так... Так, а если вот так? А, ну он там фоткал уже это. Да все, все, ну хватит. Так, а если пустой стакан? А если ты? Блин, не понимаю пока.
Да подожди, стой, иди сюда. Так, ну тут надо что-то сделать. Пустой стакан нет. А Димон нет. Тогда значит А подожди. Может быть Димон на... Давай отстань ты от него, хватит с ним разговаривать. Так. И не вариант. Так, а телефон? Ну я понял, короче, ладно. А вот туда ничего или сюда не понять. Да не надо психа, ну хорош. Уходим вот туда. Лифт. Так, надо, короче, что-то с домом сделать. Значит, если мы остановили эту хрень... А, может быть, слушай, может быть, девка из... Может быть, девчонка из это, Соня, это, она... А, может быть, что-то у байкера, кстати, появилось из этих... может, что-то еще? А, бежал животных. Все, отстань. Так, давай на кресло ракету. И нам надо бы это... Да, пойдем в доме. В доме пошвыряем. Так, удочку он нам не даст, да? Все. Пойдем на лодку. Да, я в доме забыл девчонку-то выпустить надо, да? По идее, или нет? Так. Паутина это чтобы туда. Давай дверь. Так, ждем этого пса. Ой, не пса, ну ты понял. Рэпер, гангста, баста. Так, а дверь вот так. Стой. Так. А вот так. Подходит ничего. This is a bad choice. Пока, короче, ничего не подходит. Не знаю пока, что нужно делать. Слушай, я что-то, короче, подумал. А может быть, я не знаю. Сейчас, подожди. А вот если... Помнишь, у нас что-то было с музыкой связано? Байкеру нужна музыка. Да, а мы записывали... Что-то там было, помнишь? Пойдем-ка еще раз съездим назад. Я просто что-то не помню. Мы же, по-моему, записывали музыку. Помнишь, он говорил, что пишет, типа, музыку. А вот... Я не хочу видеть Бена в ярости. А вот так? Ага. Ну я не знаю тогда, что надо делать. Может быть надо в той локации. Я же вроде делал в той локации, так, нет? То он музыку делал. Помнишь, Док делал музыку. Я же, по-моему, так делал. Он записывал на телефон, и потом мне сразу, по-моему, что... он же сказал, что это. Одна запись хватит с головой. А вот так. На него нельзя типа направить или что? Я ничего не понимаю. Так, ну вообще, короче, так, подожди, он сказал, что он записал одно видео, правильно я понимаю? Да подожди ты, да нет. Мы сделали бум-бум бит, да? Ага, подожди, нам надо, значит, записать, типа, там еще басы какие-нибудь. Басы какие-нибудь хэ-хэты, типа, тык-тык-тык-тык, да, типа того. Так, давай, короче, все, тогда будем на телефон фигачить. Я, по-моему, все же фоткал тут, нет? Так, тут он просто сфоткал. А, пес зарычал. Слушай, может быть, пса надо реально?
Ну-ка пойдем, подожди. Его, наверное, нельзя будет, да? Да, все, иди нах. Так, пойдем, короче, тогда пса, может быть, запишем. Он же рычит. И телек. Да? И тогда будет, типа, круто. Супер, у нас есть четкий вокал. Отлично. Ну, разве что после меня. Так, сейф пошел, а вот теперь на него можно? Да блин. Или нельзя? Не, можно, смотри, все. Ух! Это было тяжело, если честно. Окей, приготовься! Окунаться в мир создания музыки. Сначала добавим ударных. Слушай, я ощущаю вибрации. Звучат мелодичные удары ведром. Погодь, давай сделаем поострее. Супер! Я уже чувствую запах свежего хита! Теперь подкинь сюда гитару. Но у меня нет записанной гитары. Для большинства людей все тяжелые гитары звучат одинаково. Вот все и юзают одни сэмплы. Играет привет. Не, этот сэмпл не катит. Попробуем-ка другой. Получше. Но все еще не оно. Ох, да. Ты же знаешь, что делать дальше, мой ученик, верно? А вот она, магия музыки. Мастерство, помогшее родиться многим музыкантам на рынке. Та-дам! Давай, коснись ее. Я знаю, что ты хочешь. Это очень смешно. И вот, как это делают профессионалы. Я стану музыкантом. Пошли теперь презентовать трек. А, презентовать трек, да, Бакер же хотел музычки послушать. Зацикинг это, братан. Звучит тяжело. Запрыгивай, мальчик, и расправь крылья. Потому что мы сейчас полетим. Так, все, можем на мотоцикл зафигачиться. Да, музыка зачет. А, это у нас бар, адский вокзал, побережье. То есть мы можем с вами прыгать по карте, по всей, да? В баре мы были, по-моему, да? В лаве, по-моему, не были. Насколько я помню, побережье и адский вокзал мы там были. Так, а в лаве не было. Что это там? Знаменитые адские котлы? Ага, специально для любопытных очкариков. Нельзя туда отправиться? А, нельзя. А в бар? А, в бар можно. Погнали в бар. А мы же в баре, по-моему, были, нет? Или я что-то путаю? Нет! Это новая локация для нас. Ребят, на этом я эту серию завершу, вторую часть прохождения данной игры. А если понравилось видео, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. С вами был Шмыга, всем счастливо, всем пока. Ур!